Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, гости канала. Хотел бы обратиться к вам по такому вопросу, а вернее высказать свое мнение. Считаю, что в Украине идет, так сказать, битва кланов олигархических. Считаю, что олигархическая система опять победила желание народа изменить что-то. Идет битва между кланами Порошенко, Гонтаревой, там Пашинского, Свинарчуков и кланом Коломойского, Зеленского, Богдана и тому подобное. Ну и иные кланы пытаются, регионаловские, пытаются выжить в этой системе. Считают, что пока будет олигархическая система, не будет в этой Украине ничего толкового. А сейчас идет сражение вообще внешних кланов, внешнего управления за влияние на этого Зеленского. Сейчас, грубо говоря, Зеленский — это цель для Коломойского и внешних сил, которые влияют на него с Россией, с Евросоюза, с США. Считают, что это сейчас он победный приз для многих этих систем, чтобы иметь власть над этой территорией, над территорией, потому что они воспринимают это как территорию. Какой дурак захочет, чтобы рядом с ним была сильная, крепкая и такая огромная страна, которая могла бы задавать политику свою. Это надо быть наивным, чтобы Евросоюзу или России было выгодно это. Такое мое мнение. Пока существует олигархическая система, не будет никакого толка. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.